Здравствуйте, меня зовут Сапрыкина Александра. Мне 23 года, живу в Москве. В 2018 году окончила Московский государственный институт культуры, мастерская Николая Владимировича Полякова. Когда я училась в институте, мы играли спектакль «Фантазии Фарятьева». И моей любимой ролью была роль Александра. Нет уж, вы послушайте меня. Мне тоже нужно выговориться хоть один раз. Посмотрите на меня внимательно. Скажите, я уродливая? Может быть, я глупая? Чрезвычайно глупая, одна на миллион, это сразу бросается в глаза. Скажите правду. Сейчас я играю в музыкальном Королевском драматическом театре, и наша любимая постановка, первая, это «Квадратура круга». Это музыкальный водевиль, феерия. Мы поем, танцуем. Он мне, товарищи, вчера весь вечер, как мы только с ним познакомились, всякими словами голову стал крутить. Мол, говорит, Людмилочка, переезжай ко мне, будем жить вместе, по-хозяйски. У меня площадь, говорит, свободная, громкоговоритель собственной конструкции, то и сё, и пятое, и десятое. А теперь здрасте. Оказывается, что комната у него напополам с товарищем, а товарищ сам женатый, и лампочки в коридоре нету, и где-то газовая кухня неизвестна. Мой первый опыт в кино был в 2016 году, когда я сыграла в эпизоде сериала «Бедные люди». Я была фанаткой одной публичной личности, и мне накладывали гипс на руку. Да, вот это было здорово. Я снялась в сериале «След», «Бедные люди». Я пою, танцую, говорю по-английски, по-французски, у меня есть права категории «Б», а также загранпаспорт. Я жду ваших звонков. Всего доброго.